Привет всем любителям барабанных филов, ликов и грувов. Drum Channel снова здесь, а это значит, что сегодня вы узнаете о забойной фишке Криса Колмана на 6 восьмых, а также мы продолжим тему нечетных группировок. Окей, все очень просто, это всего-навсего шестиударный ролл. Взгляните на экран и обратите внимание, что если вы хотите звучать как Крис Колман, вам необходимо добавить бочку на каждый удар в хай-хэт, а левой рукой при этом играть гоуст-ноты. И вот пример этого чопа. Без грува, только чоп. Хорошо, теперь вы готовы добавить грув. Грув в размере 6 восьмых. 24 шестнадцатых ноты в размере 6 восьмых. Но если вы посчитали, это звучит так. 1-ка ика, 2-ка ика, 3-ка ика, 4-ка ика. Итак, чтобы сыграть 24-нотную фразу, вам нужно шестиударный ролл повторить 4 раза. И вот как звучит этот чоп в размере на 6 восьмых. Смотрим. Недурно, да? Ну что ж, порадуем Криса Колмана и сделаем это. В продолжении нашего разговора о нечетных группировках давайте сегодня поговорим о группе, состоящей из 5 нот. Работаем все по той же схеме. Группируем фразы не по 4 шестнадцатых ноты, а по 5. Да-да, опять внутритактовые смещения, но это не беда. К нам на помощь опять приходят вспомогательные фразы, и на этот раз их больше. Римский-Корсаков, пиво теплое, University по Бенни Гребу. И вот пример, как звучит пятиударная фраза. Помните, что бы вы ни играли, что бы ни смещали, ваша левая нога всегда выполняет функцию метронома. Раз, раз, раз. Ну а сейчас давайте добавим грув и немного поимпровизируем на тему пятиударных группировок. Ну что ж, надеюсь, это было несложно, и вы смогли усвоить что-то новое и полезное для себя. Пишите нам ваши пожелания и идеи для новых выпусков Drum Channel. А также подписывайтесь на наш канал, оставайтесь в груве, всем любви, пока!